Баскетбольный клуб «Самара» проиграл команде «Спартак Приморье». Счет пятого матча финала Суперлиги 63-83. Волжане стали серебряным призером. Первый период прошел при небольшом преимуществе гостей – 18-17. К большому перерыву хозяева паркета смогли вырваться вперед, но во второй половине матча дали слабину. В итоге «Спартак Приморье» начал уверенно вести в счете. Самарцам не удалось обыграть приморскую команду. Разница составила 15 очков. Трофей по итогам игры уехал во Владивосток.